Уважаемые харьковчане, каждый день несколько тысяч горожан возвращаются в Харьков после вынужденного отъезда, связанного с российской агрессией. Многие из вас едут в неизвестность, не зная, есть ли куда им возвращаться. Враг разрушил более 2000 жилых домов, 500 из которых не подлежат восстановлению. Обещаю, мы все отстроим, и у вас будет новое жилье, самое современное и самое комфортабельное. Но сегодня я хочу обратиться к тем, кто еще не вернулся в наш любимый город Харьков и хочет узнать, в пригодном ли состоянии жилье, их дома. Для этого мы сегодня запускаем чат-бот. Пройдя очень простую регистрацию, вы сможете узнать, пострадало ли ваше жилье. Если да, то насколько. Есть ли в доме электричество, вода, газ, разрушен ли цокольный этаж, входная группа. И, исходя из полученных данных, вы сможете принять взвешенное для себя решение, возвращаться ли сегодня в Харьков. Хочу отметить особо, что разрушение в Харькове очень глобально. И, конечно, мы не смогли успеть обследовать каждый дом, который пострадал от российской агрессии, от оккупантов. В этом случае вы получите уведомление, что информация по вашему дому отсутствует. Это означает, что вам надо немного подождать, всего лишь несколько дней, и снова запросить информацию о вашем доме в чат-боте. Также хочу отметить, что обстрелы Харькова продолжаются. И, конечно же, география разрушений растет. Растет, к сожалению, с каждым днем. Также в скором времени заработает телефон для тех людей, которые по тем или иным причинам не смогут воспользоваться чат-ботом. О начале работы телефонной линии я сообщу дополнительно.